Новости. В мэрии обсудили организацию акций и мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине Великой Победы. Так, уже 4 мая утром пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета на площади Ленина. А в этот же день в 6 часов вечера откроют обновленную стену памяти на проспекте Октябрьской революции. Мемориал пополнится более чем на 700 фотографий участников войны. Сбором занимается городской музей «Память». Особое внимание члены оргкомитета уделили проведению акции «Бессмертный полк». Ожидается более 50 тысяч участников, 400 из них присоединившиеся к акции в этом году. В Ставрополе продолжают работать 16 пунктов, где жители могут изготовить штендеры с фотографиями своих дедов и прадедов. Также бесплатно распечатать фото могут в любом МФЦ города. Утверждена также схема построения колонн бессмертного полка. Головная традиционно устроится за юноармейцами на центральной аллее улицы Маршала Жукова. Колонна Октябрьского района займет часть улицы Морозова на подступах к центральной площади. За ней по улице Артема расположится Ленинский район и замыкает процессию Промышленный район. Чья колонна начнет движение по улице Дзержинского, начиная от пятой школы. На выходных пройдет репетиция. Мы планируем серию репетиций, и одна из них состоится вот в воскресенье 6 мая, где мы попробуем развернем Знамя Победы и так далее. То есть попробуем отработать все элементы этой колонны. Что касается насыщенности праздника, то в этом году Ставрополя хватит более 80 акций, среди которых массовый велопробег «Спасибо деду за победу», патриотическая акция выпускников-школьников «Огни памяти 2018». 9 мая по всему городу будут работать десятки праздничных площадок. В центре внимания окажется Александровская площадь. В течение дня здесь пройдет марафон победы, яркие акции, флешмобы, кинотеатр под открытым небом и многое другое. Новой акцией станет Знамя Победы. Огромный арт-объект ставропольцы соберут сами из маленьких звездочек со своими именами, подписями и главными словами «Я помню». На оргкомитете также отметили, что в праздничные дни в Ставрополе будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Анастасия Петренко и Никита Чуб, АТВ «Ставрополь».